Навральный. Есть навральный кадр у нас. Говорит он складно. Про Россию нашу мать, что мне все неладно. Путина не любит он, все менты козлы. Ельцин старший друг его, Сталину пизды. Но загвоздка есть одна, прям не знаю, как сказать. Любит этот малый врать, орать и получать. Получать бабло из Штатов за вранье про власть. Дескать, он здесь голос правды, что же за напасть. Я во многом с ним согласен, есть бардак в стране. И коррупция, и пьянство, ну родом все извне. Мне смешон этот Алеша, жопу рвет, бабло гребет. И для многих он хороший, тех, кто в Лондоне живет. Цель одна у парня – взять в России власть. Неугодных спрятать в тюрьмы, родину продать. Не дадим ему прорваться, не смотри его контент. Лучше книгу почитай ты, мой тебе совет. Без просмотров и дизлайков он не нужен никому. Кран финансовый загнется и хана ему. Будьте здоровы!